Целевое расходование бюджетных средств, грамотное распределение дотаций, контроль за деятельностью органов местного самоуправления. Эти темы обсудили на заседании межведомственной комиссии. Бюджетных субсидий. Каждый бюджетный рубль в дело. Именно это ставит себе в задачу республиканские органы власти и того же требуют от муниципалитетов. Тем не менее, в течение года Минфин республики периодически выявлял такие нарушения, как необоснованное завышение цены контракта, оплата работ, произведенных не в полном объеме, и неправомерные расходы. Общая сумма 412 миллионов рублей. Материалы всех проверок направлены для рассмотрения в прокуратуру Чувашской республики. По результатам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности 13 человек, возбуждено 14 административных дел в отношении 8 должностных лиц, наложен штраф в сумме 220 тысяч рублей. По состоянию на сегодняшний день сумма устраненных нарушений составила 17,6 миллионов рублей или 11% из подлежащих устранению. В том числе доходы бюджета поступило 5,6 миллионов рублей. Отраслевые министерства не остались в стороне. Так, Минтранс по своей линии проверил деятельность органов власти 5 муниципалитетов. Отсутствие гарантийных паспортов, чертежей, сертификатов, актов о приемке отремонтированных дорог – часть нарушений. Считаем необходимым администрациям, районам и городов: первое, привести в соответствие с законодательством нормативно-правовые акты. Второе, усилить работу по своевременной и качественной подготовке документов на получение субсидий и представление их Минтранс. И третье, повысить квалификацию должностных лиц. В этом году управлением Росреестра было организовано 8 проверок муниципалитетов по соблюдению требований земельного законодательства. Без нарушений здесь также не обошлось. Я убедительно прошу, главы, вы это должны почувствовать, надзорные функции в отношении вас по всем направлениям будут вестись. Понятно, я уже сказал, это будет корректно, но слабинку вам никто не даст. Главы администрации, вы несете персональную ответственность. Поэтому к вам обращаемся, что каждый рубль должен быть под контролем. Руководитель администрации главы Чувашии рекомендовал надзорным органам усилить контроль за проблемными районами. Эффективное расходование бюджетных средств и субсидий должно быть в приоритете, подытожил Юрий Васильев. Татьяна Леонтьева, Анастасия Алангина, Андрей Шоклев, Республика.